Так, всем привет, с вами снова Виталий Нибол. Сегодня я выкладываю новый видеоурок, точнее это будет лайфхак, которым я пользуюсь практически уже полтора года. То есть, чем этот лайфхак такой интересный, что я о нем вам хотел рассказать. То есть, это прослушивание YouTube, именно прослушивание, а не просматривание, заметьте, YouTube в фоновом режиме. Я фанат большого количества аудиокниг и так далее, они выложены на YouTube, большое количество, да, там разных там курсы, лекции и так далее. То есть, чтобы я мог спокойно идти по улице и слушать лекции через наушники, да, то есть, как бы я включаю YouTube, вот, допустим, условно, да, то есть, если мы сейчас с вами включим YouTube, да, у нас начинает когда-то играть музыка, я кладу телефон в карман, YouTube закрывается и прекращается вместе с закрытием с нашего экрана, да, то есть, мы как бы чуть-чуть заходим, то есть, в момент, когда это может помочь, да, то есть это просто свернуть шторку вниз, да. Но не дай бог у нас что-то в кармане, да, там пальцем, курткой, не знаю, чем угодно, то есть как бы у нас из закрытых шторок, то есть телефон условно блокируется, да, то есть все, у нас как бы музыка уже не прослушивается, то есть как бы, что в этом моменте можно сделать? То есть для прослушивания YouTube и вообще любого медиа и видео контента, то есть для этого нам потребуется браузер Google Chrome. Он есть что на айфоне, что на андроиде, то есть как бы эта инструкция вообще универсальная, да, то есть открываем. Для этого, допустим, заходим то, что мы хотим прослушать условно, да. Так, давайте, тюк, вот он. Так, нажимаем поделиться, копируем ссылочку, открываем наш Google Chrome, вставляем ссылочку, открываем наш YouTube-чик. Так, пока оставляем ее. Дальше переходим в настройки, вверх, верхние три кнопочки. Дальше нажимаем в меню, на меню версия для ПК. У нас открывается уже как версия как раз для компьютера. Включаем видео. Дальше, сейчас я музыку потише сделаю, чтобы меня было слышно. То есть теперь мы пальцем снизу вверх проводим. И у нас получается приложение вот в таком как бы режиме, да, то есть как бы вот как там плавающие окна. И дальше снова также снизу вверх мы сбрасываем это приложение, переходя на наше, получается, меню телефона. То есть я вот делаю музыку, да, и дальше делаем шторку сверху вниз теперь. Раз. И у нас открывается как раз то, что у нас, ну, во-первых, последние там вот эти сообщения, как вы видите, да, и нажимаем клавишу play и слушаем. Как видите, я могу открыть приложение, я могу заблокировать, а музыка продолжается. Так, сейчас у нас, то есть я могу дальше. Ну, как вы поняли, да, то есть, как бы, у нас совершенно спокойно все это проигрывается. То есть, я вот захожу, то есть, музыка продолжает. То есть, я данной функцией пользуюсь очень часто. Я в основном, как бы, слушал раньше Гоблина, но после того, как его YouTube-канал заблокировали, то есть, я теперь слушаю вот видеоконтент на сайте Opera.ru, да, то есть, здесь есть историк, который я очень сильно люблю, это Борис Витальевич Юлин. И вот я также включаю, допустим, лекцию, включаю, то есть, она вот сейчас пойдет у нас, включаем на громкую связь также, да, то есть, у нас идет лекция, мы также идем снизу вверх. Прокручиваем, смахиваем. Дальше сверху вниз теперь шторочку. Включаем. Борис Витальевич, доброе время. Выключаем телефон. Отлично. Кладем телефон наш в карман и продолжаем слушать лекции, видео, музыку, что угодно. Я надеюсь, данная функция была вам полезна. Если у вас остались вопросы, если не получается, пишите в комментариях. Я обязательно вам помогу. С вами был Виталий Нибол. Всем пока!